Место встречи изменить нельзя. Все там же, на Мастерковских озерах, пройдет 9-й молодежный форум ПФО «Иволга». В этом году встречи спикеров и участников возвращаются в офлайн формат. Мы очень рассчитываем, что вот атмосфера, которую мы в этом году пытаемся создать в работе с участниками, она будет очень позитивной и, самое главное, продуктивной, потому что нам важно, чтобы ребята, приехав с форума, привезли в свои регионы опыт, новые практики, новые проекты и самое главное – свое желание участвовать в жизни регионов, формировать некий контекст молодежной политики. Представители «Иволги» в очном формате рассказывают студентам вузов и СУЗов об образовательной программе и презентуют нововведение вуза. Смена «Управляй будущим» – это сама по себе новая, уникальная смена. Она для активистов, для лидеров общественного мнения, которые готовы менять мир вокруг себя и на уровне университетов, на уровне факультетов, на уровне регионов и даже округа. Поэтому будет очень много интересных спикеров с эксклюзивной информацией, которую можно будет узнать только непосредственно на форуме. Все будет проходить в интересных форматах, то есть лекции будут очень редко, будет очень много практики. К участию приглашаются жители России от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2000 человек по 7 новым сменам. Почему хочу поехать? Для того, чтобы научить больше, наверное, как-то дальше склоняясь к лидерству, людей вести за собой, не бояться, и самой научиться тоже не бояться, потому что есть какие-то страхи. Вот в группе я там, да, лидер, а куда-то дальше выходить уже страшно. Вот. И ожидаю того, то, что по приезду сюда обратно и, в принципе, потом дальше мне будет уже проще, и то есть я наберусь определенных навыков, вот, и, возможно, даже сама буду каким-то спикером небольшим в колледже. 9-я Иволга в этом году пройдет с 22 по 30 июля. Николай Гришечкин, Наталья Матвеева, Сергей Костин, Новости губернии.